Чувствуете запах? Это запах горящих пуканов. А происходит это обычно тогда, когда Mail решает добавить какой-нибудь контент за деньги. Всем привет, друзья, вещает Чавес, и у меня для вас новость. Для кого-то она будет хорошая, для кого-то плохая. Все дело в том, что вчера вышла новость, что Mail собирается добавить целых двух новых командиров, офигенных командиров, но получить их можно будет только за голду. Первый командир — Оливия Бушар, и она будет предназначена для ББМок. У нее будут там перки для ББМки, типа дальности обзора, незаметности, обзора через кусты и кроны, плюс там дополнительные. И, что самое главное, получаемому опыту и заработку кредитов. То есть это будет такой офигенный командир для прокачки техники с самого начала. То есть как раз вот буквально я на днях делал видос по этим гайд по командирам, и там вот как раз был у меня командир, которым я так гордился, что у него единственного есть, он такой редкий, у него единственного есть бонус получаемому опыту. Теперь вы сможете такого же получить, только у него еще и будет бонус к кредитам. И второй командир — Хорхе Альварес, который нужно будет ставить на ОБТшки. У него будет, в общем, такие полезные для ОБТ перки, типа к скорости ремонта, скорости даже перезарядочки, там поворота корпуса башни, прочности гусениц. И точно так же у него будет получаемому опыту и заработку кредитов. Также оба они будут сразу обладать уже неизменяемым званием лейтенанта. Честно говоря, я не совсем понимаю тех людей, у кого начало бомбить от этой новости, типа там вот все, там чуть ли не опять до истерических настроений, типа ну теперь точно есть повод для того, чтобы удалить эту игру и больше в нее не играть, потому что она продалась, или я не знаю, дальше там вставьте свое. В общем, обычная, по-моему, практика, то есть только теперь Mail пошло еще дальше, помимо, например, стандартного, к которому почему-то все привыкли и ни у кого давно уже не бомбит, обычный стандартный премиумный статус, который позволяет больше качать кредитов и больше опыта. Mail просто пошли дальше и придумали, в общем, такой самый, не знаю, простой, наверное, вариант, как можно еще выгребсти немного бабла для и сделать удобнее прокачку для тех людей, которые могут себе позволить донатить в эту игру. Абсолютно, я вижу, вообще не вижу в этом ничего какого-то сверхъестественного. Я не думаю, что у него помимо перков на, помимо бонусов на получаемый опыт и заработку кредитов, остальные перки какие-то будут сверхъестественные, сверхкрутые, потому что и так эти два перка, они очень крутые, и я думаю, это будет как раз таки основными перками, на что будет упор. А остальным как бы до кучи, ну не может же быть у командира только два перка, правильно? То есть остальные перки будут, я думаю, вполне обычными, которые можно найти и у остальных командиров. Ну как бы нет у вас денег, не донатите вы игру, весь такой, я не знаю, вот там борец с капитализмом и буржуй сраный, не дам вам ни копейки. Играйте дальше на тех командиров, которые есть в игре, бесплатно, качайтесь долго. Есть возможность задонатить, чтобы более комфортно играть, соответственно, чтобы вы могли быстрее качаться и получать больше кредитов. Welcome! Сколько будет стоить эти командиры в голде, конечно, я пока еще не знаю. Сам меня, по крайней мере, порадовало то, что эти командиры хотя бы можно будет тупо купить за фиксированную какую-то сумму голды, а не пытать счастье в каких-нибудь замечательных этих контейнерах удачи. Я думаю, что, естественно, эти командиры будут стоить не 100 голды, а дороже, но определенно они будут того стоить. То есть, если прем-аккаунт вам надо постоянно покупать каждый месяц для того, чтобы получать бонус к кредитам и опыту, то такой командир, один раз купив его, вы будете постоянно этот бонус получать. Я уже предвкушаю от этих комментариев под видео, типа, как обычно, Чавес продался, все дела. Нет, к сожалению, мне процент не будет капать с этих командиров, если вы будете их покупать. Хотя мне очень бы этого хотелось. Так что, как обычно, дело ваше. У вас есть своя голова, покупать вам его или нет. Если вы не донатите в игру, то и окей, забейте. Если вы донатите в игру, то, естественно, офигенная будет полезная тема. Купить такого командира, чтобы быстрее прокачиваться. Когда они появятся, пока неизвестно. Вроде бы как, я так понял, в ближайшее время. Но в любом случае, я буду держать вас в курсе. Так что подписывайтесь на канал. Не забудьте, чтобы не пропустить новые видосы. Ставьте лайкосы, ну или дизлайки, естественно, за то, что я продажный и все такое. И увидимся в следующих видео, на стримах. Пока!